центр Барнаула, проспект Комсомольский, 87. Многоэтажка 60-х годов постройки. У нас с крыши летят вон какие кирпичи. Все, даже сами посмотрите, там сколько вылетело, все осыпается. И ничего не делают, и крыша капает. С крыши капает тоже, поэтому кирпич валится. Кирпич из стен пятиэтажки осыпается с прошлого года, подчеркивают жители дома. Причем это имеет локальный характер, то есть если там посмотреть балкон, там справа от балкона у третьего этажа, там прям будет видно пятно, что оно страдает. Но основное место движения пешеходов – это, соответственно, проспект Комсомольский. И там гораздо может все окончиться плачевнее. То есть есть места, где кирпичи менялись. Когда менялись, кем менялись, мне неизвестно. Но вот такая беда у нас существует. Пока таких инцидентов, как встреча кирпича с головой прохожего, не случалось. Однако люди продолжают бояться, ведь всю территорию первого этажа занимают магазины. И вот как раз, если обратите внимание, как раз именно куда вот заходить, крыльцо, у нас все обычно сыпется. Особенно, когда начинают снег скидывать с крыши, вместе с кирпичами все это сыпется. У нас люди входят-выходят, если вдруг что-то случится и упадет на кого-то. И самим точно так же страшно выходить и заходить, кирпичи падают. Поэтому... Оглядываетесь, наверное? Оглядываемся, да. Дом обслуживает управляющая компания «Смарт». На наши звонки секретарь отвечала, что руководителя сейчас нет на рабочем месте. Мы направили организации официальный запрос. А пока собственники боятся и гадают, планирует ли УК что-то предпринять, чтобы не допустить обрушения кирпичной кладки дома, жильцам и прохожим остается лишь посоветовать чаще смотреть наверх и находиться на безопасном расстоянии. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.